Особо отпразднуют 500-летие белорусского книгопечатания на родине Скорины в Полоцке. Завтра там стартует Скориновский проект. А сегодня древний город официально стал молодежной столицей страны. Ему передали символический ключ, звучали пожелания и напутствия. А молодые люди со всей страны тут же продемонстрировали свои таланты и делились идеями. То, что мы получаем звание молодежной столицы, это еще раз подтверждает то, что мы действительно молодежный, современный, развивающийся город. Полоцк – это город, колыбель нашей государственности, город с известными традициями. И с учетом тех мероприятий международных, республиканских, которые тоже в этом году будут принимать город Полоцк, это и День письменности, празднование юбилей книгопечатания. Думаю, что все вместе создадут и незабываемую атмосферу. Праздник в Полоцке растянется на год. Впереди модные показы начинающих дизайнеров, дискуссионные площадки, грибные и ягодные фестивали и особый сюрприз для иностранных гостей. В нынешнем году город отмечает еще одну юбилейную дату – 1155-летие с момента упоминания в повести временных лет.